Это все, что я умею. С тобой буду их умнее. Ищи меня, но умнее. Это все, что я умею. Ищи меня, но умнее. Ищи меня, но умнее. И всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. С вами, как всегда, я Робик. И сегодня опять Бравл Старс. Ура! Ребят, сегодня мы разблокируем наших новых бойцов. Ну как, снимем с них отметку «Новая». И поиграем на них в одиночном столкновении в ШД. Что ж, погнали начинать! Что ж, ребят, вот мы и продолжаем. Как, ребят, я думаю, надо начать с 8 бит. Ой, какой звук приятненький! Стрелок. Ты мой стрелок. Ты моя радость. Полет фэнтези. Так, я звук погромче сделаю. А, мышка. Ладно, поиграем так. Ёмана. А, ну это Кольт. Это Кольт, который не может убежать от Фрэнка. Я забыл, какая тут ульта. Ема, она тут жесткая. Опять ульту набили. А мне нравится так играть. Так, стоп, нам надо отхилиться. Я еще очень хочу пассивку на него выбить, блин. Но это... Ай, интернет! Я надеюсь, запись лагать не будет, так как у меня там видео монтируется. А, ай-яй-яй-яй-яй, Папур. Ну, Папур у нас на ульте. Ну, привет, мой друг. Давно не виделись. Да давай. Твою налево, это было больно. Где она? Алювидерч, моя красавица, красотка. А, ну я понял. Чувак просто хочет слиться. Коншумир, как говорит моя принцесса. Не знаю, какие у него шансы. Просто, блин, говорит 8 бит говно. Блин, я понял, чего он ждет. Он ждет, пока зона меньше станет. Короче, раш. А зона-то все меньше, братик. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. 8 бит, изи десятка. Ну, конечно, это первый ранг. Это первый ранг, и мы вполне могли играть с человеком, у которого кубков так 200, 300. Конечно, могли играть с теми, у кого там 1010, и у него их морде столько выпал. Окей. Теперь кто? Биби, Тар или Дэрил? Ну, давайте, типа, порядку Дэрил, типа. Дэрил так Дэрил. Окей, без проблем. Дэрил на этой карте довольно имбовый, потому что он набивает ульту, идет в кусты. А, это что же первый ранг? Это мы сейчас тоже должны нормально так затащить. Ну, это, конечно, он не дальник. А, ну вот отлично, ну вот и отлично, ребят. Капец, так он тоже имба. Да, я это знал. Почему он такой имбовый? Ой, я забыла это сделать. Да не, чувак, давай не сегодня. Подожди, мне надо ульту набить. А, в смысле, она у него просто так копится? Я что-то не врубаться. Стоп, до меня что-то не доходит. Она у него копится просто так? Чувак, я понимаю, что ты меня видишь.
Окей, окей. Хорошо, чувак. Ой, смотри, а, там Пайпер. Тихо, он чуть не проскользнул мимо. А, мимо. 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 Спайк ближе. А, так у меня ульта писец какая мелкая. Я думал, тут ульта трехметровая. А, не бейте мене. А это вообще закон, что у него ульта со временем копится? О, новая лего, ёманы. Опа-на, я тебя жду в гости. Какие-то они все такие самоуверенные, я аж в ахере. Тихо, он меня чуть не убил, вы заметили? Вы заметили это? Он меня чуть не убил, он меня чуть не угрохал. Ребят, вторая катка плюс 10. Отлично. Теперь Биби и... И кто еще? И Тара, просто забыл, как она зовется. Ребят, мне кажется, на Таре будет довольно тоже не тяжело, потому что она дальник. Ну как, такой средняк, можно сказать. А вот Биби более-менее ближник. И вот, ну не знаю. Ну окей, го. Го. Я кого на красотка, я ее заскриню, блин. Биби, о, еще и с жвачечкой. Ах ты, конфетка моя, муа. Конфетка, конфетка. Ну, блин, Биби, это будет довольно трудно. Это надо сразу раш-центр. Вот идем направо, и потом раш-центр. Биби на Биби. А! Мне страшно, пацаны. Ай, какая ульта, я забыл. Не надо. Почему все на Биби? Объясните мне. Я не понимаю. Подождите, я вообще нихера не врубаю. Почему все на Бибасах? Почему все на Биби? Почему? Это законно? Там Пайпер. Тихо, о-нё. Но она дура какая-то, она вообще Биби играть не умеет. Я, конечно, тоже не особо. А, таких трое! Да! Осталась Пайпер, ну блин, против нее будет нереально тяжело. Ребята, это такой ответственный момент. 5 на... Как бы нам против нее выжить? И ульта. Да ладно, почему она не ультанулась? Ультуй твою дивизию. Ультанула, деточка. Ультанула, моя родная. Ах, хорошо, все, теперь ты без ульты, моя родненькая. Профукала ты свой шансик. Гляньте, щец ходит. Ну, посмотрите, какая она самоуверенная, как она хочет победить. Ай-яй-яй. Пожалуйста, хилься, дым, уйди. Блин, а я тупанул! Почему я не попал? Твою налево, что это за... Херотень была, извиняюсь. Сумка. Я не попала. Она вообще улетела в далекие жопни. А так хорошо от нее мансовал. Ну, я же говорю, Биби это довольно тяжелый боец, но довольно имбовый. Ну, чуть-чуть не для этой карты. Ладно, Тара. Единственный боец, которого можно улучшить. И это самый первый боец, который мне выпал. Что ж, погнали теперь играть на ней.
Блин, Биби, Биби, ты, конечно. Ну ничего, все равно. Она меня не разочаровала ни в коем случае. Ага, ты вообще у нас дальний такой жесткий. А ты чем ближе, тем лучше урон, да? Ну тогда мы сейчас с тобой идем на центр. Нет, уже не идем. Фрэнк, ни в коем случае! Что? Ладно, ладно, это я сильно поверил в себя. Окей, окей, окей. Попытка номер два. Просто, ну, ребят, первый бой на этих героях, и все-таки я довольно хороший результат даю. Конечно, там Пайпер. Ну каких нахрен 15 хп, вы чудите? Давайте поможем Леону. А, он мне тоже помог. Вы видели, это было на донышке. Собака. Опять монтировать и монтировать мне. Забыл включить режим полета. Ну что ж ты за писец такой? О, не-не-не, Спайк, Джонч. Джонч Юс ульта. Very good. Вау, вау, щит. Мазафака, what происходит? Вдвоем рассыпались. А, дурочки. Бибас, полный расколбас. Давайте я вас двоих отшпиндолю. Сейчас я прогреюсь. Ни в коем случае. Ты слышишь меня? Ни в коем случае. Ни одному кажется, что бойцов еще слишком дохера. Don't! Ребят, это все, что, на что я смог. Все, на что я способен. Натари. Ну, она реально довольно слабая. Ей надо чуть-чуть КД ускорить, потому что она реально довольно слабая. Мне вообще не зашло. Биби, окей, там надо учиться играть, а Тара мне реально не зашла. Ну как-то. Ну я вообще не хотел Тару, она мне не нравилась. Я ее считаю вообще слабым бойцом, я ее не боюсь. Ульта у нее такая, может, более-менее, ну блин. Вы видели, когда я эту ульту накопил? Мортис, ты ко мне? А ну, прошу тебя. А, он отправился. Да ладно, там все на халявных сундуках? Ни в коем случае, вы слышите меня? Ни в коем случае. Кто там? Карлуша? Мартюша, Мартюша. Представляете, скольким людям Биби попадала? Может, не сегодня, конечно. Вот Мортис у человека выпал. No, don't. Oh, shit. You very good player. Don't убегать. Ладно. Oh, shit, мазафака. Собака, как у всех у них много... Попал! Попал! Я понял, что ты попал! Don't touch me, please! Ну ульта, ну ульта! Ну почему она не юзается? Почему у тебя так долго ульта накапливается?
Упс. Вот это поймал, красавчик. Почему у нее ульта настолько мало и медленно накапливается? Да, Тара вообще мне не зашла. Такое говнецо. Вообще. Единственное, на ком я еще хочу сыграть, это... Ну, естественно, Биби и Дэрил, ну и... Ой, Биби. 8 бит и Дэрил, ну и Биби. Хочу еще раз. Давайте, ребят, постараюсь. Ну, реально, Пайпер там была. Плюс вот эта ульта у нее... Почему ты такая имба? Почему? Как? Кто тебе придумал? Ай-яй-яй-яй-яй! Don't touch me! Интернет! Интернет-псина. Почему она первая? В смысле? Вы видели? Я три раза, если вы... Да собака! Мне аж матюкнуться хочется. Хер у меня мышка опять вверху. Пошла нафиг! Ну тут тоже, тут не Биби виновата, а я. Тут у меня, я вообще, не знаю. Ну реально, вот эта вот система ее, что... Вы видели, вот реально, если повтор там посмотреть, там отчетливо видно, как... Ну-ка, оно себе поднимается. А, не, оно нормально закрывается, все, зря волновался. Блин, все-таки, когда против меня на ней играют, намного им более она кажется. Нет! Рассыпалась собачка. Рилин Биби? Ты должен был ультовать. Халлох. Нет, сумочку! Давай. А как мне это сделать? По-профессиональному. Блин. Профессионализм зашкаливает. Вау, I am professional! Oh no! What are you doing, man? Ты посмотрите, что он Фрэнк раздает. Ай, красавчик. Блин, одного кубка не хотела, печалька. Ну что ж, ребят, думаю, вам понравился этот ролик. Да, вот такой вот коронненький, блин. Не, давайте. Я хочу на ком мне больше понравился? На 8 бит или на Дэриле? Давайте 8 бит, вот реально. Вот он мне очень зашел, вот собака, вот не могу. Вот он мне зашел, ну писец просто. Я иногда охреневаю. Как он вообще может людям не нравиться? Ну писец. Ну медленно, ну вы посмотрите. Во-первых, его пассивка, она вообще молчать и лежать. Не знаю. Оу, щит, мэн. Оу, what are you doing? Стоп, стоп, плиз, 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 плиз. На английский у меня зашкаливает. Вы видели мой фарт?
Сумочка, блин, эти спайки. Вот почему-то вначале я думал, что тут на леге вообще посрать. Ну, ребят, ну спайк, это такая имбовая вещь, как по мне. Да, меня бомбит и от Леона, я от его не вижу. Но все равно, спайк намного имбовее, блин. Потому что от его штуки вот это никуда не денешься. Ну ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ладно, без шуточек, реально. Потому что меня смотрят нормальные, серьезные люди. Давайте. Ставим ваши лайки, подписываемся на канал. С вами был Робик. Всем до новых встреч. И, кстати, 8-бит тоже с вами был. Всем до новых встреч. Всем пока-пока, ребята. Свет во мне пока, собака, в первый раз я не похожу на вас, я выполняю заказ. Свет во мне пока, собака, в первый раз я